have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, и оказывается, кнопка начала записи тоже является любой кнопкой, и мы можем нажать ее, чтобы начать. Посмотрим еще, что от нас хотят. Я так понимаю, что хотят, чтобы мы нашли... Не знаю, мне сейчас было во время загрузки, не слышно. Так вот, хотят, скорее всего... Подождите. Я-то, конечно, продолжил свой путь, но... Но я хочу встать из-за стола. Болото, да-да-да-да-да. Болотистый край. Но я хочу... Мне надо сходить в туалет. Шучу. Так, вот эта фишка с тремя стрелками. Немножечко... Ага. Ага. Ого. Я, по-моему, сейчас хуже делаю, да? Так, ну и это, естественно, третье. Тут откроется, тут закукукает. Не то. Значит, должна быть эта подсказка к этому. Вот сюда мне что-то как-то... Где-то что-то... Сорян, сопли до сих пор. Насморк как-то сейчас, да. А эти мне ничего не подскажут, ребята. Я хотел сказать, что меня к сейфу уже не приближает, но нет. Приближает. Прикольно, оно дергается, но я ничего с этим сделать не могу. Вот эта штука, я так до сих пор и не понял, как решать, по той простой причине, что я... Два. Ну а как я два-то получаю, по-твоему? Я не могу найти принцип решения, к сожалению. И как вот это работало, я тоже не знаю. И почему оно вообще работало. Я открыл три штуки на абсолютнейшем рандоме, просто тыкая в куда-то как-то. Один. Так, 0. Так, 2. Так, тоже 2. Это не двигается. Это тоже не двигается. Так. Так, тоже 2. Офигенно. 2. Стой, 3. По-моему, 3 я ни разу еще не получал. 2. Офигеть! Я думал, что все головы тотемов у меня. Благодарю. Рещица по дереву предложит эту голову тебе. Не знаю, что она дает. Короче, по какому я шел, я не знаю, как, короче, снизу вот эти вот стрелочки, как у богомола, которые идут на 3 и 2. Они вроде как тут стрелы... Короче, я не... сейчас методом научного тыка. Если бы я сам мог объяснить, как я это сделал, я бы, наверное, объяснил бы, но я не могу, сорян. Зубы. Это я заберу. Зубы лишними не бывают. Интересно, то, что я здесь потушил светильничек, ну, в смысле, это оно мне скажется потом минусом или нет. Короче, смотрите. Давайте еще раз посмотрим. Так, 273 это не то, это сейф. Погодите, может, это не только сейф?
Офигеть, оно бесконечное. Счетчик. Заляпано кляксами. Звонарь, зеркало. Это закрытое, которое еще, видимо. Два, семь, три. Ну, нарисовано то, что это сейф. Но давайте... Ой, сорян. Кашель еще дают о себе знать. Давайте предположим, что... Не? Или не те цифры, или, ну, скорее всего, они не взаимосвязаны. Надо будет посмотреть. Хорошо. Поехали пока что играть. Немножечко пошарились, открыли еще этот ящичек. Не спрашивайте, как. Изворотливая тыдра. Когда я хожу, она ныряет. Ага. Хорошо. Черепаха. Знаем такую. Велорог. Из велорибы, блин. Садистский велорог, сорян. Горе тому, кто окажется на острие его рога. Что ты делаешь? А, ты бьешь по сторонам и уходишь в сторону. Хрена себе. Дорого стоишь, мало урона. Но, в принципе, штука хорошая. Когда ходит противник, карта с этим символом ныряет вглубь. При этом существа напротив могут атаковать владельца карты напрямую. Он типа избегает урона, но при этом... Погоди. При этом существа напротив могут атаковать владельца карты. То есть меня. То есть, ну, зуб. Да, я так понимаю? Хорошо. Олень, короче, вот этот велорог, он выглядит прикольно, и мне он нравится, но я возьму тыдру. А вот, мне интересна механика, как она будет работать. Так, что нам... Тут нам какую-то вещь дадут в сумку. А здесь... Я не помню, что это. Пойдем посмотрим. А, тотем. Это твой выбор. Я кого-то где-то во что-то, да? Я бы, наверное, сходил бы в сумку теперь, зная такие вещи. Так, Альфыч. Давайте я, наверное, козу. Я вижу, что... Ну, это хорошая вещь, но... Здравствуй. Я пойду. Никто бы не сомневался, конечно же, да, но... В самом деле, клопа прокачать? Почему бы и нет? Ну, теперь файт. Пойдем пофайтимся. Я ж потом, если что, не сначала же начну же. Грифона мне сразу дали. А, бог, богомол. Блин, вот этот красавчик, кстати, чувак. И он... А в самом деле, а что мне мешает? А, ну все. Ну, он по три урона наносит. Да, я сейчас... Ах, вы ныряете, твари! Слушай, где-то тут есть треть. Я знаю, я ходил, искал, я не нашел. Я понимаю тебя, дружище, но... Это есть план, который поможет сделать все, как было раньше. Я тебя понимаю, но я ничего не могу сделать. Так, дай мне белку. Я три жизни. У него два урона.
Почему плохой выбор? Блин, тыдра, это чтоб тебя. И все трое нырнули, и всем хорошо. Сколько у меня костей-то? Ладно. Нужна карта мне. Волк с бесконечными жертвоприношениями, да? А я проиграю к тому времени, пока... А я реально проиграю. Черт. А мне как бы без разницы, я... У меня нету 8 костей. Да. Это проигрыш. Да. Ну я же говорю, мне по крайней мере интересно, я начну со старателя или прям с самого начала. Ну как бы они и летущие, и ныряющие. Ну вы серьезно, перед тобой зияет угольно-черная пасть пещеры. В пещере притаилось диковинное животное. Хриплым голосом она промолвила: пройди мое испытание, я пойду с тобой. Я выберу из твоей колоды 3 карты. Они решат, пройдешь ли ты испытание или нет. Оно продолжило. Но сперва ты должен выбрать испытание. Испытание силы. У 3 случайных карт в совокупности должно быть как минимум 4 очка силы. 4 очка атаки. 3 случайных карт в совокупности должно быть как минимум 4 капли крови. У 3 случайных карт 5 костей. Давай вот это. Ха-ха, я выиграл. Я надеялся на этого грифона, честно говоря. Как раз подумал, о, если он выпадет. Причем я бы и по дэмиджу прошел, если что. Зверь проявил себя. Это... Воробей... Ты что вообще? Костяной король. Когда карта с этим символом погибает, получаете 4 кости. С этим символом отнимает у существа напротив 1 единицу силы. Раздвоенный удар. Если ваше существо погибает в бою, карта с его символом автоматически встает на... Ну не знаю, как бы воробей. Я бы взял воробья как бонус. Ставить его первым. С другой стороны, меня испытывал воробей, серьезно. Так, пойдем к костру. Плюс 2 хпшки, кто получит. Плюс 2 хпшки. Можно было бы, кстати, тому же грифону дать. Если он выйдет. Ну тут такое, блин, оно... Давайте опоссуму дадим. Он у нас на лоу-левеле. Порвалась струна. Пойдем еще раз драться. Нас тут сейчас раскатают нахрен. Б.
бог богомолов. Этот я на самом деле протупил. Наверное, все-таки ему надо было давать дополнительную хпшку, потому что очень-очень полезное существо, но всего лишь с одной жизнью. Так. Тянем белок. И ждем. Змея его убьет сейчас. Так, это у нас волк с многожертвенностью, да? Выживет после принесения в жертву. Отлично. Забей. Опоссума. Опоссума мы можем прямо сейчас поставить. Опоссум убьет жабу, наверное. У жабы как раз одна хпшечка осталась. Нет! Ну, белка, конечно. В клетке ему нужно две жертвы. Опоссума тоже сейчас убью. А, нет, опоссума не убью. Я и так скоро проиграю, вы чё? Приветствую. И тебе не хворать. А, все, я проиграл, отлично. Я иногда вот этой фишечки немножко не понимаю, почему, если... Да-да-да-да, тянись куда подальше. Если я бью по юниту, я просто забираю жизни юнита, если чувак бьет по моему юниту, то еще и на... если он его убивает, то еще и забирает зубы. Что-то это как-то... Ну прям не кра... Я не хочу делать ка... Ай, блин. Начнем, да. Цену. Бесплатно. Супер. Силу и здоровье. Ну, вот этого волка, конечно. Которые по символы. Ну вот это, конечно же. Это 23-е. Вот это офигенная карта. Если бы мне такие давали бы. А я не знаю, куда они потом деваются. Я могу их получить в свою колоду или нет? Это же офигенная карта. Бесплатно. Ты можешь сложить сразу. Бьет на 3 урона по 3 точкам. Вы чё, это ж как-то... Базука лаунчер. Поехали еще раз. Или умрешь. Что к нам закрался клуб вонючка. Горностай с каждым разом становится все ужаснее и ужаснее. Я не хочу волка в клетке, честно. Ну, ребят. Ну, дорого и не нужно. Но раз карта в колоде, она в ней останется. Нет! Не сначала! Хорошо. Давай вот это. Черная коза. Не то, чтобы я был счастлив. Да
белку хочу лишнюю. Мне их так две. Нельзя тратить бонусы, я так понимаю. На файтах нельзя тратить бонусы. Волк в клетке, на вид ничего особенного. Ага. Бей этого засранца, блин. Куда я тебя поставлю-то? Сюда я тебя поставлю. Надо было его под удар, наверное, ставить. Ну ладно. Жаба. Ну мы типа выигрываем и так. Мне нужно, чтобы этого волка раскололи. Ты набрал на хромого мужчину, стоящего возле булыжника. Да, это все тот же старатель, твой за ногу. Ты меня врасплох застала. Мы с тобой должны были встретиться позже. Кстати, хочешь сыграть в азартную игру? Если выберешь булыжник золота внутри, можешь его забрать. Иха, золото! Мне ужасно хочется взять эту карту себе. Но в моих краях обещания есть обещания. Спасибо. Просто угадал. Хорошо. Файт с тотемом? А, не, погоди. Рещица. Угу. Предложила свои фигурки. Прикосновение смерти. Костяной король, когда кажется, не все он погибает в площади. Я бы взял бы вот это на самом деле. А у меня есть тотемчик целенький. Прикольно. Так, собрал свои поделки. Я не помню, как и в какой момент я могу его применять. Немножко печально, что нету сохранений между... Ну, типа, ты прошел уже босса, ну, дайте какой-то сейф там или еще что-то. Я понял, понял. Волка в клетку надо подставить под удар. Все, я понял, хорошо. Так. У него там волчонок будет. Он вырастет через ход. Опа, горностай. Так. Я не знаю, как, что это за карта и почему, что, где, ладно, пофиг. Так, хорошо. Но он его все равно... А, не, он его убьет, кстати.
Что это было? А, у меня другого места нету. У нас осталась еще жаба, которую мы можем разыграть на следующем ходу. Следующего хода не будет, хорошо. А, волк в клетке, что-то разбилось. Что могло разбиться и где? А, змея, гадюка. Тут был волк до этого, да? Или это потому, что я проиграл? И теперь тут другие карты. Да, тут уже тоже ничего не будет. Смотри, свечка тут. О! Зачем это волк с собой принес? Куда? Подожди. Сюда. Точно. Кинжал. Наконец-то ты вырвала особый кинжал из беличьих лапок. Возможно, ты об этом скоро пожалеешь. Хорошо. Кинжал. А что он делает? Ладно. Узнаем потом. Гончая. Бесстрашная гончая защищает хозяина от грядущих атак. Крольчатник. Гадюка. Так, кроличья нора. Когда у нас кипает карта с этим символом, вы получаете кролика. Кролик силы. То есть он у них каждый год, типа, каждый год, каждый ход он у них спавнит, этих кроликов. Когда существо противника встает напротив пустой ячейки, карта с этим символом занимает эту ячейку. Неплохо, на самом деле, но давайте я кролика возьму. Попробуем, потому что у них постоянно не хватает. Вещь. Больше трех с собой брать нельзя, у тебя их уже три. Может, вместо этого примешь подарок от моего друга? Вьючная крыса. Бережливая вьючная крыса, никогда не сомневайся в практичности набитого вьюка. Я забыл про правила про трех предметов. Серьезно. Вьючная крыса. Любитель безделушек. Если в вашем рюкзаке есть место, карта с этим символом подарит вам случайный предмет, когда окажется на доске. Если есть место. Пихта. А чё там собрался воробей, койот? Койота 2 урона. Волк, сколько там будет хпшки? 2, он его убьет. Мне проще поставить волка сюда, чтобы они подошли, потом атаковать. Пихту-то я не буду, наверное, трогать. Посмотрим пока что, по крайней мере. Вьючная крыса. Это крыса. Раз, два, три. Теперь эта штука реально может убить волка. Да.
Удачно взял, а да не говори. Сам в шоке. А я ничего больше сделать не могу с этим, да? Особый кинжал, пользователю исследуйте, чтобы... Используйте, чтобы положить кое-что на весы. Боль будет кратковременной. Типа, даже не щипцы, кинжал, да? Офигенно. А мои... Да-да-да, лапу там убери. Когда карт с этим всем вам погибает, вы получаете... Как мне его активировать? Или он уже... Или... У меня... Блин, ну я проиграл, типа. Скорее всего. У меня нету... Блин, я не хочу белку отсюда брать. К тому же я что-то возьму, его убьют. У этого дэмэдж 1, у этого дэмэдж 1, у этого дэмэдж... Ну, дэмэдж 2? Серьезно? Крольчатник. Да ну блин! Сделал все, чтобы не проиграть, и кажется, ну такой, а, ну хорошо. Мне это бесит. Почему, когда по моему существу ударили, у него все равно... Гадюка, опоссум. Не помню, что перерисовал эту карту. Что за тентакля, блин. Звонарь. На столе. Я возьму, это что-то новенькое. Я много вещей потратил, дайте мне хотя бы одну белку взамен. Спасибо. Две вещи. Булыжник давайте. Ну и финальный файт, да, с одной свечкой. Меня интересует, если я сейчас выиграю, если вдруг такое случится, будет ли у меня потом опять две свечки, или я мечтаю, да? Миска была для собаки, какая собака могла бы столько съесть? Ну куда же моя собачка запропастилась? Сразу мне старатель опять. Вот я про опять, да. Что у него там? Нужно вьючного мула бить. А как он походит? Нет, надо... Он одновременно походит или нет? Мул пока что сбежать не может. Его зажали. Хорошо. Койот будет лупить булыжник. Мне надо поставить крольчатник. Ну куда? А, тут надо две. Ждем. Он его себе сам пока что заблокировал. Хорошо. Крольчатник одну стоит? Ролик, спасибо. Ну ты золотая шкура. На. Продолжаем пинать вот этого. Так,
я же взял, да, взял, хорошо. Блин, он убил мне крольчатника, скотина. Крыса. Разбиваем осла. Ах ты окаянная. Картишка звала-то. Но он мне просто убивает моих существ. Нормально, да? Так. Золото я добыл. А, я должен взять карту. А, хорошо, что у меня есть. Что за полевые мыши? Подожди, когда на доске появляется карта с этим символом, получайте копию этой карты. Красиво. Да я понимаю, прочитать хочу цинк. Вот на стечении, когда карта с этим символом получает урон, на той же ячейке появляется хвост, а когда с этим символом двигается... Понял. Белка, крыса. Давай возьму. Угу. У меня есть две белки теперь. Отлично, освободилось место. Сколько у тебя? Три жизни у него, блин. Три жизни это много. Получаю копию, да? Возьми карту, взял. Что? Ты кто вообще? Ты клоп? Почему ты здесь? Бей эту собаку. Победили. Ну, на этот раз оно проходится уже. Да, мне зажгли вторую свечку. Все. Есть. На этот раз у нас куча вещей с собой. У нас, ну, достаточно неплохие карты. Тогда тоже были неплохие карты. Не знаю, что у нас сейчас ЛВГ. Можешь выбрать редкую. К тому же. Ура, Юли. Чего, блин? Столь грубая сила. Четыре жертвы. У меня есть коза, кстати. Если козу и белку или что-нибудь такое пихнуть, можно выкинуть вот эту вот тварину. Амальгама. 3 на 3. Гек. Зато бесплатный. Зато, блин, бесплатный. Я хочу вот эту штуку. Идите нафиг, это выглядит слишком круто. Так, старатель взял себя в руки, все дела. Ага. Дай-ка взглянуть. Воздух пропитался влагой. Блин, мы завершаем серию на том же моменте, где мы ее начали. Немножко печально. Но ничего не поделаешь. Опыт есть опыт. Мы получили кинжал и не хочу им пользоваться. Будем на этом тогда серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, побра. Всем ладушек. Всем покеда.